Книга «Открытым оком», 7-й том, тема «Литература», вопрос 1989. У нас теперь так много книг разных. Какие мы счастливые! Как дело обстояло у первых христиан с книгами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Наличие книг накладывает ответственность перед книгами, перед авторами книг и перед Богом, что слышали и не исполнили. Лука 12:48. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Иакова 1:22. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Филиппийцам 4:9. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Наши книги соответствуют тем, о которых известно, что они нетленны, ибо они содержат в себе непридуманные факты, а основаны на Слове Божьем. Придет время, будут Юрасовы, Дворкины и Кураевы их читать, а свои мертвые забросят. Я сам, считающийся автором этих книг, ежедневно их читаю. Читают ли они свои книги ежедневно? Или такая трапеза им и самим не по вкусу? Иные кормят людей своей отрыжкой. Исайя 28:8. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. Тимофей и Мавра, память 3 мая. Дай мне твои книги, чтобы я мог понять волшебную силу, заключающуюся в них. Отвечал святой, безумный и лишенный смысла человек. Разве ты не знаешь, что никто никогда не отдает детей своих на смерть? А книги, мною списанные, мои чада, когда я их читаю, мне предстоят ангелы Божии, чтец или причетник. Обязанности Тимофея состояли не только в чтении, но и в хранении богослужебных книг. Необходимо заметить, что указ Диоклетиана предписывал не только преследовать самих христиан, но и разрушать их храмы и сожигать их священные книги. На этом основании Игемон Ариан и требует от Тимофея его богослужебные книги. «Брат мой Тимофей, я тебя ищу. А потом, где я найду тебя? Вот придет суббота или воскресенье. Кто же будет читать твои книги?» Феодосия, память, 29 мая. Следует заметить, что при храме Святой Софии была библиотека, имевшая около 300 тысяч книг. При библиотеке этой было 12 училищ и столько же мудрых учителей. Начальником же над этими учителями был мудрый гимназиарх, принявший честь эту от царя и от патриарха. Все сии учители воспротивились безбожному приказанию нечестивого императора, поэтому беззаконный мучитель, окружив вместе со своими воинами библиотеку ту, и все училища с учителями и учениками, подпалил ее со всех сторон и сжег, так что никто из бывших там не спасся от огня, не уцелел от огня и ни одна книга. Елей и вина, не повреждай! Предупреждение не от нас, но свыше, то значит в строгости никак не пережать, не заласкать внучонка и малышку, не запросто. Не просто заповеди точно исполнять, каноны сохранить и пятимью, привыкли комментировать, вилять, и развалили царство и семью. Без наказания, без терпкого вина в дальнейшем не дотянешь до веселья. Здесь 100%, что его вина, упрямство, дерзость в отроке засели. Премудрый Сирах и Соломон советуют почаще драть, не нежить. Советуют чувствительный выращивать гормон. Послушному, конечно, это реже. Вино пригорькое и розгой опоясать.
Не навреди во гневе, в попыхах. Где нет души, там только масса мяса. С греха на грех прыгучая блоха. Елей вино на раны возливая, самарянин врачует наши раны. Быть не вдали, а даже возле рая не означает, что пройдешь охрану. Не виноградный алкоголь зовут секерой, что держит градус – водка, брашка, пиво. Немного и немало этой мерой не навредит тебе твой супротивный. Не пей вина, держи сухой закон, не постыдишься в детях и в соседях. Глаза кровавые и нищета, и стон у тех, кто ищет стопку до обеда. Елеем, маслом не навреди опасно, когда на нем невежды любят жарить. Там рак кишечника, свеча в мучениях гаснет, в мозгах есть ямка, а совет мой – шарик. 8 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.